Всем привет! С вами снова Адам Мебель с кратким видеообзором на нашу новинку. Это столы Манхэттен, которые выполнены в стиле лофт. Данные столы имеют несколько разновидностей столешниц и ножек. Коротко о ножках. Ножки могут быть прямые и разъединенные, прямые и соединенные, и как здесь. Ножки всегда будут черные, они идут из металлокаркаса и соединяются ЛДСП. Столы могут быть раздвижные и нераздвижные. По размеру уточните, пожалуйста, у менеджера. Далее, столешница. Столешница может быть из ЛДСП. Это будет самый недорогой вариант. Могут быть из HPL пластика. Сейчас он лежит здесь. И могут быть стеклянные с фотопечатью однотонной. Коротко про нашу любимую столешницу HPL пластик. Пластик, как вы знаете, выдерживает влагу, попадание влаги, выдерживает царапины ножом, то есть царапин не остается, и выдерживает горячее. Можно ставить горячую чашку, кружку и чайник, например. Далее. Столешницы идут не тонкие, то есть самые толстые, естественно, это будет пластик и стекло. Стекло, как будет выглядеть стекло? Стекло будет выглядеть так же, как наши уже обожаемые столы. Вот так же будет стекло, здесь будет пластик, ну, толщина будет чуть-чуть побольше. Единственное, фотопечать здесь будет недоступна, здесь будет только однотонная фотопечать. То есть мрамора не будет, будет однотонный черный, однотонный белый и еще пару цветов. Что касаемо ЛДСП. ЛДСП сюда можно будет выбрать новое, то есть сейчас появились новые цвета ЛДСП. Это такие, как камень светлый, камень темный, анкор светлый, анкор темный. Это все в таких серых оттенках, ну, что диктует нам мода, то есть как раз подходящий под стиль лофт. Столы, как я уже говорила, могут быть раздвижные и нераздвижные. Сейчас данный стол находится в раздвижном состоянии. Вот она, вставка. Вставка прячется у нас вовнутрь. Система, кстати, очень интересная, новая. То есть вставка у нас кладется на вот такой выдвижной пандус. Здесь она вот хранится и выдвигается. Раздвижной механизм, он у нас стандартный, как и у столов наших любимых. Такой же механизм. Механизм прячется внутри. Выставочный образец вы сможете посмотреть на Королёва 14. Ряд позиций из этой линейки у нас бывает в наличии. То есть уточняйте по наличию. Какие-то позиции мы не возим. Точнее, они не бывают в наличии, но их можно будет заказать. Ожидание где-то неделю, либо три. Там плюс-минус. Вот. Столы крутые, они стоят своего внимания, стоят своих денег. То есть, если брать какие-то столы, похожие на эти у, так скажем, у людей, которые занимаются стилем лофт, то те столы будут дороже, нежели эти. Поэтому рассмотрите, может быть, это будет для вас приятная находка. Всего доброго!